Нехватка парковок, недострои, плохое качество водопроводной воды, недостаток детских площадок и мест в школах. Эти и не только проблемы волнуют жителей Сходни, о чем они и поделились в социальных сетях. Администрация Химок на неделю переехала в микрорайон. Глава округа Дмитрий Волошин поручил всем структурным подразделениям доложить о состоянии дорог, подъездов, строек, образования и безопасности, чтобы все проблемы решить в кратчайший срок. Рассредоточиться по отраслям, то есть ЖКХ, вам нужно пройти все дворы, посмотреть, как убираются улицы. Не могу сказать, я сегодня утром делал объезд, значит, что здесь у нас в идеальном состоянии содержится территория, значит, есть мусор. В течение недели жители микрорайона смогут прийти на прием к главе без предварительной записи. Часы приема с 9:00 до 18:00 ежедневно по адресу улица Первомайская, дом 33.